Это будет суммарный импульс.
F-корона плюс F-антинейтрино, ядро будет испытывать в таком случае отдачу. Если они разлетаются в разные стороны, и, допустим, у них импульс одинаковый, тогда отдачи не будет. А вообще говоря, тут еще нужно записать плюс энергия ядра отдачи. Вот энергия ядра отдачи, значит, это что такое? Это P, значит, электронов плюс P антинейтрино в квадрате делить на две массы ядра. Вот. Ну, масса ядра колоссальна. Даже по сравнению с массой электрона. Масса ядра – это многие тысячи, даже для легких ядер, это будут тысячи мэв. Масса электрона – полмэва, 0,11 мэва. Поэтому вот этой энергией мы можем пренебрегать. Значит, дальше мы будем считать, что это такое соотношение. Мы будем использовать приближенное соотношение, что где максимум равняется Е плюс Е антинейтрино. А как сделать так, чтобы автоматически закон сохранения энергии у нас был учтен? А для этого вот в этом интеграле нужно поставить вот эту дельта функцию. А Е нейтрино плюс Е электрона минус Е максимум. Вот. И тогда мы можем уже без всяких сожалений интегрировать по всем возможным. Дельта функция, значит, что же функция? Дельта функция ядра. Это функция, значит, вот если дельта от x, она везде равна нулю, кроме одной точки, в которой она бесконечности равна. Причем таким образом она равна бесконечности, что интеграл дельта x по x равен единице. Вот. Из дельта функции очень легко интегрировать. Вот мы здесь, значит, один, мы сейчас запишем dn, да? Я все стираю. И пишу dn, уже пишу файл. Да? Я считаю, что все у нас сферически симметрично.
по углам мы сразу интеграл возьмем, мы получим 4π. Тут получим 4π и тут получим 4. Значит, 2π h 6, значит, 4π в квадрате делить на b квадрат. Тут у нас останется p квадрат dp. По модулю p мы не интегрируем, потому что мы график строим в зависимости от энергии. Энергия зависит от p квадрата. P квадрат связан с энергией. Поэтому, значит, мы оставляем один интеграл, мы здесь не берем. Потому что по электронам мы все интегрируем. Кроме модуля p, значит. А здесь что нужно сделать? Значит, p квадрат dp для антинейтрино. Значит, энергия антинейтрино, если она, если это антинейтрино имеет массу не ноль, это будет m ню квадрат c четвертый плюс p квадрат c квадрат. Значит, еню за еню, возведя в квадрат, мы получим, это будет c квадрат p антинейтрино dp антинейтрино. А у нас тут p квадрат dp, еще p надо найти. А p, значит, антинейтрино, если найдем, это будет это будет единица на c, корень из e квадрата антинейтрино минус m антинейтрино в квадрате на c в четвертом. Вот, значит, здесь у нас будет вот что. Значит, с p квадрата p, это будет единица на c квадрат от этого, еще единица на c, значит, это будет единица на c. Значит, это функция e антинейтрино плюс e электрон минус e максимум. Так. И дальше я пишу, значит, p пишу корень из e антинейтрино в квадрате минус m0 в квадрате антинейтрино, не m0, а m антинейтрино, извините. И тут будет e антинейтрино dE антинейтрино. Вот этот интеграл берется легко. Нужно просто, значит, просто везде вместо e антинейтрино заменить, значит, e антинейтрино, исходя из закона сохранения энергии, это e максимум минус e электрон. Значит, берется интеграл от этой функции очень просто, значит, дифференциал снимается, а везде ставится вместо e антинейтрино вот такая разница. Значит, тогда мы получим и здесь еще я тоже p квадрат dp. Это будет единица на c в кубе. Так. Единица на c в кубе. Вместо ПДП будет, значит, получится у нас
Давайте так, все константы, мы запишем одной буквой константы. И все в кубе, отсюда и отсюда все в кубе. Вот еще, значит, у нас тут будет константа. Так. Дальше, значит, вместо P квадрата P у нас будет E корень. А тут, значит, берем интеграл. Это у нас будет, значит, вместо Е будет Е максимум, Е вместо Е единительное. И будет корень квадратный из Е максимум минус Е квадратный. Минус f антинефильных квадратов c. Вот. Вот я все записал, все вычислил. Собственно, тут вычислений никаких нет. Если бы всегда были в интегралах дельта функции, то все интегралы бы легко правили. Но всегда так бывает. Так, значит, я должен написать еще тут ДЕ, да? Я себе там ЕДЕ, вот ЕДЕ в конце. Теперь, значит, рот Е, это у нас будет ДН на ДЕ, значит, если я поделю на ДЕ, я получу рот Е константа. Корень из Е квадрата минус 0 квадрат 4, Е минус Е на корень Е минус Е в квадрате минус М квадрат С4. Вот наша ро от Е. Теперь, значит, что такое Е и что такое ЕЛ? Значит, Е – это полная энергия электрона. Это, значит, кинетическая энергия плюс собственная. Это полная энергия. Кинетическая плюс собственная. И ЕМ. Да, ЕМ – это максимальная энергия, а Е – так. Значит, мы измеряем фактически, экспериментаторы измеряют кинетическую энергию, так? Кинетическую энергию. Значит, давайте здесь немножко. Давайте, значит, введем величину У, которая является суммой кинетических энергий электрона и антинейтрино. Это будет Т плюс Т антинейтрино. Да? То есть это будет, значит, Е максимум вычесть собственная энергия. Так, теперь
теперь вот эта величина. Значит, я под коренное выражение запишу. E квадрат минус n0 квадрат c 4, это будет e минус n0c квадрат на e плюс n0c квадрат. Вот e минус m0c квадрат это как раз будет t, а тут будет t плюс 2. Вот, значит, вот здесь под корнем будет такое сложное выражение. Значит, тут я стираю, да? Теперь, значит, ЕМ минус Е, это будет что такое? ЕМ минус Е, это значит будет вот ЕМ, это плюс М0С квадрат, плюс М0С квадрат. Значит, ЕМ минус Е, это будет, значит, ЕМ пишу, плюс М0С квадрат, плюс мню С квадрат, вычитаю Е, а Е это кинетическая энергия, и вычитается М0С квадрат, так? Е это кинетическая энергия, плюс М0С квадрат. Значит, М0С квадрат пропадает, получается У минус Э на плюс МЮ С квадрат, да? И последнее, значит, вот это корень. Ну что же я должен делать так же? Значит, ЕМ минус Е в квадрате минус МЮ квадрат, это будет ЕМ минус Е минус МЮ С квадрат на ЕМ минус Е плюс МЮ С квадрат. Вот. Значит, первый множитель у нас будет, значит, какой? ЕМ минус Е. Вот ЕМ минус Е. Я нашел, да? Это вот эта величина. Значит, этот множитель, который нам сейчас сократится, здесь у нас будет У минус Т. У минус Т. А здесь будет... Значит, здесь будет вот q минус t плюс m0c квадрат, плюс m0c квадрат, еще раз, значит, будет похожая вещь. q минус t плюс 2m0c квадрат. Вот в таком виде давайте и запишем, чему будет равно род e, так? Род e. Thank you.
дальше будет то же самое, да? Значит, детям минус Е. Вот у нас что получится. У минус Т плюс М ню на С квадрат. Так. И дальше будет корень. Вот из какой величины. Вместо Q все пишу тогда. Q минус C. Значит, измеряет экспериментатор Т кинетическую энергию электрона. Какое время получил? Да? И дальше ему надо было что-то, какие-то предположения сделать насчет массы покоя антинейтрино. Вот здесь он, значит, две гипотезы выдвинул. Первая гипотеза. Масса антинейтрино равна массе. Тогда у нас, значит, вот В будет такой. Ну, там забудет еще. Конец. Ну и действительно, смотрите. А,
Ну, да, а что сделать? Как-то тут у меня ты должен. Тут у меня было... Скажи, можешь. Так, тут у меня должно быть все первое слово. Нет, а, нет, 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 нет. А, вот здесь я неправильно. Здесь у нас должно быть, значит, так. U минус T плюс M будет M0. Вот, вот здесь ты правильно написано. В общем, видите, значит, должно быть U минус T плюс M0 C квадрат. Вот тут будет, а тогда, значит, у нас будет m0 c квадрат, и дальше корень квадратный. Значит, u минус t, u минус t, плюс 2 m0 c квадрат. Вот. Вот что получится. Если мы посмотрим, то эта кривая будет совершенно симметрична относительно точки t равно 0, да, и точки, значит, q минус t равно 0. T плюс mc квадрат, q минус t плюс mc квадрат, симметрично будет. T, T плюс 2, M, C квадрат, Q минус T, плюс 2, M, C квадрат. Симметричная эти величины. Значит, эта кривая будет симметричной относительно начала и конца. Значит, вот при этой гипотезе у нас получится вот такой график. Тут, значит, T, в зависимости от T. Значит, n от t. N от t. Значит, будет совершенно симметрично. Вот тут будет t максимум, значит. T равное q. Это t максимум. Значит, вот будет вот такая кривая. Здесь примерно, не примерно, а точно. При q пополам, при t равном q пополам, максимум. Но этот график с экспериментом никак не соответствует экспериментам. Тогда Энрико Ферми дал следующее предположение. Масса покоя нейтрино, ну, антинейтрино равна нулю. Второе предположение. Я стираю. Нет, подожди, сумма.
сюда. Я нужно нужу. И здесь я буду на равно нужу. Еще раз. Вот, я давно проверил, что же конечный результат. Вот. Правильно, вот так. Вот. Ну тогда этот график будет более похож на экспериментальный. Тогда будет график вот не такой. Кубинус Т квадратицей, а тут значит Т стоит плюс Т квадрат первой степени. Он будет минус в сторону, максимум будет минус в сторону уменьшения. Вот тогда, значит, S будет вот более или менее вблизи 1 трети Q. Более близкий. Ну вот с тех пор пошло, что масса покоя антинейтрино равна нулю. Но на самом деле в сторону малых энергий максимум еще больше будет сдвигаться. Почему? Электрон вылетает, он отрицательно заряжен, ядро положительно заряжено. Ядро добавочно тормозит этот электрон. Поэтому, значит, максимум. Если мы сейчас мы рассмотрели теорию, когда электрон нейтральный и ядро нейтральное, мы вот этого эффекта не учитываем, а если его учесть, то будет максимум еще более минут в сторону уменьшения. Вот это элементарная теория об этом распада Ферми. Так, теперь. В 80-х годах прошлого века советские физики измеряли массу покоя нейтрино. Как они ее измеряли? Вот оказывается, что массу покоя нейтрино, если вот смотреть на этот график, ее можно по этому хвосту. Значит, если у нас масса покоя 0, то у нас хвост этой кривой будет иметь горизонтальную касательную. Правильно? Если вы подифференцируете по энергии, по Т, вы получите, всегда у вас останется множитель Q минус Т. Точки Q равные Т, у вас 0 будет. То есть, если масса покоя 0, то у нас, значит, здесь вот горизонтальная касательная. Этот хвост будет иметь горизонтальную касательную. Ну и вот, чтобы оценить массу покоя нейтрино, нужно выяснить, горизонтальная или негоризонтальная касательная. Ну и вот советские физики, группа экспериментаторов, значит, все равно нашли, что масса покоя нейтрино не равна нулю. Порядка, значит, там 30 электрон-вольт. Ну, более точно, в табличке у вас есть эта масса покоя. Там 30 плюс-минус 16. Это очень факт такой неблагоприятный. Вот. Это будет пояснено несколько позже, когда мы будем делали. И этих экспериментаторов очень сильно пытали, как эксперимент проводили, что там, где, почему, как. В общем, долго пытали, но все же они статью опубликовали. Вот, значит, в таблицах масса покоя оказывается неравной нулю. Ну, на сегодня, значит, я с вами на этом закончу, да? Вот,